В течение двух дней спортсмены в возрасте от 11 до 16 лет соревновались в дисциплинах олимпийской программы. Прыжки в высоту, в длину, забеги на короткие и длинные дистанции, а также барьерный бег. Участвует 16 команд из различных регионов, даже из Сибири, из Перми сегодня приехали к нам участвовать. Санкт-Петербург, Подмосковье, Южный федеральный округ. И, конечно, наш любимый Краснодарский край. Эти соревнования квалификационные. Участникам, выполнившим нормативы, присваиваются разряды и звания кандидатов и мастеров спорта. Победители в личном зачете были награждены кубками, медалями и памятными призами. Сильнейшие ребята вошли в состав сборной города, которая представит Сочи на краевых соревнованиях.